сейчас мы вспомним замечательную поэтессу Марину Цветаеву. А Ксюша споет песню, которая называется «Кармен». После стольких роз, городов и тостов, ах, уже не лень вам любить меня, вы почти что остов, я почти что тень. И зачем мне знать, что к небесным силам вам взывать пришлось? И к чему мне знать, что пахнуло нилом от моих волос? Нет уж, лучше я расскажу вам сказку. Был тогда январь. Кто-то бросил розу, и монах под маской проносил фонарь. Чей-то пьяный голос молился у соборных стен. Чей-то пьяный голос лился у соборных стен. Самый час Дон Жуан Кастильский повстречал Кармен. Сергей Урюпин, Сергей Лазарев. Сергей Калашников. Партия скрипки Алена Абдулина. А партия фортепиано объяви. Партия фортепиано Наталья Яровенко.